Всем здорово! Радио работает, работа работает, игры выходят, озвучка озвучивает. Жуки, иди сюда. Жуки, иди сюда. Жуки, иди сюда. Жуки. В общем, за моей спиной сидит Жуки, моя знакомая собака. Мы с ней сейчас находимся на работе. Работа – это такое место, где люди зарабатывают деньги на всякие свои нужды. А я нуждаюсь во многом. Поэтому работа, работа и еще раз работа. Когда познавать? Ох, не знаю, не знаю. Все-таки 6 часов в день – сплошная работа. Не считая обеда здесь же. А вечером я капец уставшая, ребят, вообще жесть. А вы работаете? Во время учебы, во время каникул, в школьные годы вы работали? Зарабатывали ли вы деньги, чтобы, ну, утолить свои кого там желания, в общем. Яна, обращаюсь к тебе из прошлого. Не забывай, с кем ты выросла. Не забывай, кто тебя научил всему. Ну ладно, не всему, но многому. Меня научили те, кто со мной работает, мои коллеги, мой непосредственный начальник. Ольга Анатольевна, я ей очень благодарна. Каждый год, как я здесь работаю, она рассказывает мне что-то новое. Обучает меня работе с какими-нибудь инструментами. Руки. Руки у нас так работают. Больше спит, чем работает. Человек часто говорит, мол, ну я не могу, деньги заработать сложно, работы нет. А сам сидит, протирает штаны, ничего не делает. И только ноет, ноет и выклянчивает. Очень многие дети, скажем так, до 20 лет выклянчивают деньги у родителей. Поскольку они выросли в 21 веке, в котором все достается им на блюдечке с голубой каемочкой. Они вот так вот себя ведут, совершенно невоспитанно. Надо детей держать в ежовых рукавицах. Дети, если вы меня слышите, не пеняйте на меня, пеняйте на себя. Если вы не будете воспитанными, я буду вас ежить. Ну, надеюсь, вы вырастете хорошими, добрыми, ласковыми. Могущими прийти на помощь, когда это требуется. Хоть матери, хоть другу. Жуки! Жуки, ну не спи! Жуки. Давай. Вот, а вот это вот жуки. Это жуки, жуки, да? Это жуки. Давай, давай. Жуки. Хорошая девочка, да? Ну ты смотри, камера. Смотри в камеру, вон камера. Запомните ее такой. И я ее запомнил. И я ее такой запомнил, в общем. Мы с Жуки говорим вам. Вот так.